Так, подай-ка. Так, сейчас внутри. Так, Липхер 922. Год какой, еще не нашел ничего. Год еще не, ну, видимо, совсем старый какой-то. Тоска приборов. Ну, верхний это пневматика. Но здесь вообще-то все понятно. Давление масла, давление, не давление, а ампер даже есть. Ужас прям. Как в советский прям попал. Заводится чем попало, хоть ногтем. Рычаги довольно интересные. Тормоз поворота платформы. Ну, рычагов нет, педали. В общем-то, все примитивно, все понятно. Правая, та дальняя к стеклу газ. Это, блин, где она? Это глушилка, это газ. Это ручник не нужен, это переключение. Так, сейчас. А, давай.